Да, у нас там есть команда личная на Волге, варит отличную уху. Дмитрий у нас там главный повар, мой тезка. Вот. Я лично готовил предыдущие два фестиваля ухи, лично я. Всем понравилась моя уха. Я варю уху лично давно, все рецепты знаю. Чё чего делают, чё чего ложат, для чего уголек добавляют, для чего водку льют. Интересно, подходите, поделюсь. У вас с водкой или с угольком? А, я не знаю, сегодня готовит Дмитрий. Это уже не я. Сегодня я уже в другом образе. И как вам? А, ну, я думаю, пользуюсь популярностью бешеной. С вашими образами связано еще одно по рецепту.